В КНР обнародовали ежегодный доклад о ситуации с правами человека в США. В отчете сказано, что Вашингтон вновь взял на себя роль судьи, опубликовав в начале месяца материалы о соблюдении прав человека в разных странах в прошлом году. По мнению китайских экспертов, Вашингтон пытается искать проблемы в других государствах, игнорируя свои собственные. В отчете приведена статистика, подтверждающая ухудшение ситуации с правами человека в США. Среди них высокий уровень вооруженных нападений. Только в прошлом году в почти 50 тысячах таких инцидентов погибли более 15 тысяч человек. Согласно докладу, в 2014 году около 2 200 000 американцев были по тем или иным причинам арестованы, а почти каждый третий взрослый гражданин США имеет судимость. При этом число американцев, которые отнесли себя к среднему классу в 2016 году, сократилось на 10% и составило 61%. Против 51% в период с 2000 по 2008 год. По данным отчета, каждый седьмой американец или примерно 45 миллионов граждан США живут за чертой бедности.